Всем привет, меня зовут Саша, вы на канале Сашонка Влог, и сегодняшнее видео — это третья часть из моей серии прогулок по центру Сингапура. А я напомню для тех, кто не знал или, может быть, забыл, не видел, ссылочки, кстати, на предыдущие видео я оставлю в описании. У меня есть на моем канале целых два видео из серии прогулок по центру Сингапура, и вот, собственно, закончили здесь, в таком прекрасном месте, которое называется Чаймс. Сзади видите меня, это церковь в прошлом, сейчас это, в общем, место, которое можно арендовать по всякие мероприятия, свадьбы и так далее. А вот месяц назад мы, кстати, были там на концерте, который называется Candlelight, то есть это в полной темноте с зажженными свечами. Был концерт квартета струнного, в общем, это было потрясающе просто, поэтому у меня еще и была возможность побывать там внутри, и это совершенно потрясающее зрелище на самом деле. Отсюда мы начинаем третью часть. Сегодня тоже много всего интересного увидим, поэтому давайте без лишних промедлений пойдемте гулять по Сингапуру. С вами ждем, когда загорится зеленый свет, потому что мы направляемся прямиком к вот этому вот удивительному зданию. Это отель, который называется Raffles Отель, и это один из самых старых отелей в Сингапуре и один из самых дорогих, между прочим, потому что, казалось бы, ничего дороже, чем номер в Marina Bay Sands отеля, нету, но на самом деле нет. Вот этот даже гораздо дороже будет. В общем, сейчас мы с вами переходим дорогу, и я вам расскажу, что же такого удивительного в этом отеле есть, кроме его потрясающей архитектуры, такой колониальной, но, в общем, много всего интересного можно про него рассказать. Здесь, когда мы с вами перешли, видим вывеску вот этого прекрасного бара. Сразу же начнем, в общем, выпуск наш с бара. Видите, Long Bar This Way написано. Этот бар, казалось бы, ничем особо не примечательный, кроме того факта, что именно здесь придумали тот самый отель, который называется Singapore Sling. В тени и в тишине этого прекрасного внутреннего дворика отеля Raffles я, собственно, про него и расскажу. Как я уже сказала, это одна из самых старых гостиниц здесь, в Сингапуре. Она была построена еще в 19 веке и названа в честь Стэмфорда Раффлса. Кто это такой вообще? Это британский подданный, который считается основателем Сингапура. А я напомню для тех, кто не знал, что, или, может быть, забыл, что Сингапур вообще раньше был британской колонией. И, соответственно, стиль, в котором выполнен этот отель, называется колониальный. Я вот сейчас сижу на скамеечке, но сзади меня, тем не менее, вы можете видеть вот эти вот прекрасные арки, колоннады, балкончики с такими вот балясинами, какими-то мраморными, даже, я предполагаю, зелеными, такие от пола до потолка французские окна потрясающие. Ну, в общем, очень какой-то такой, знаете, расслабленный у этого всего вайб, как сейчас принято говорить. Во внутреннем дворике видите очень много всякой разной зелени, и, соответственно, вот эти вот здесь находятся какие-то очень дорогущие магазины, рестораны и так далее, вот по эту сторону от меня. А здесь во внутренний двор выходят окна уже номеров отелей. Так вот, цена за номер, например, вот я с понедельника на вторник на будущую неделю посмотрела, самый дешевый номер стоит 1300 сингапурских долларов. Причем это даже без завтра, но, по-моему, включает в себя одну поездку на лимузине. Я еще упомянула Long Bar, что это за бар такой. Он вообще считается тем самым местом, где был придуман знаменитый коктейль Singapore Sling.
Сингапур Слинг – это алкогольный коктейль, в который входят джин, ряд ликеров, в том числе вишневый, ананасовый сок, гренадин, в общем, еще там парочка разных ингредиентов. У него очень интересная история. Дело в том, что его придумал местный бармен в начале 20 века, и тогда не очень приветствовалось женщинам пить алкогольные напитки в публичных местах. Мужчины могли это делать свободно, а вот женщинам, в общем, как-то было не очень это свойственно. И предприимчивый бармен из этого бара придумал такой коктейль, который не похож вообще на какой-то алкогольный напиток, потому что он такого розового цвета за счет вот этого гренадина и вишневого ликера, но, тем не менее, он достаточно крепкий. В общем, женщины под видом того, что это просто какой-то фруктовый сок, могли употреблять алкогольные напитки в публичных местах. Вот. Так что спасибо, думаю, бармену о том, что он позаботился о женщинах и, в общем, придумал этот самый легендарный коктейль. Я даже думала зайти в этот бар, но дело в том, что так как это оригинальное место, в котором этот напиток был придуман, стоимость его здесь вообще составляет 37 сингапурских долларов. В общем, меня жаба немножечко задушила, поэтому я здесь этот коктейль пробовать не буду. Но, возможно, в конце этого видео будет для вас бонус. Все-таки мы его попробуем, но немножечко в другом месте. Сейчас будут красивые кадры этого отеля, потому что он потрясающий. Как вы можете видеть, здесь потрясающий совершенно фонтан. Это во-первых. Во-вторых, здесь стоят столы, стулья, потому что это ресторан, помимо всего прочего, но еще и здесь сервируются конкретно вот здесь, вот в этом вот внутреннем дворике, завтраки для постояльцев в отеле, для тех, кто здесь останавливается, снимает номера. Вообще атмосфера совершенно невероятная тут царит. Никого нет, как вы можете видеть, несмотря на то, что вход здесь совершенно свободный. Я имею в виду, что не обязательно здесь снимать отель, чтобы погуляться здесь, вот посидеть на скамеечке, понаслаждаться, в общем, спокойным времяпрепровождением. Так, я вышла из внутреннего дворика, и вот так, собственно, выглядит основная часть фронтальная отеля Raffles. Здесь, как вы можете видеть, такси подъезжает, и швейцар, одетый в такую немножко милитаризированную форму, встречает и помогает с багажом и так далее. Пару слов должна я вообще сказать о швейцарах, потому что они, вообще говоря, местные знаменитости. Как минимум один из них, зовут его Нараджан Сингх, он вообще сикх. Это, в общем, такие люди, они исповедуют определенного рода, как, что ли, религию. В общем, не знаю, как корректно выразиться, но у них всегда вот такие вот тюрбаны на голове. В общем, один из них, он работает здесь уже порядка 30 лет. Начинал еще в 90-е, откликнулся просто на вакансию, которую нашел где-то в газете. Он сам знакомый, в общем, помогал и видел, лично знаком с Майклом Джексоном, с королевой Елизаветой. В общем, много кого он сам поперевидал. Вот, ну и, в общем, сам тоже местная сингапурская знаменитость. Я пошла переходить дорогу, пока зеленый. Вот здесь два таких здания. Во-первых, волнообразная крыша сразу же бросается в глаза, да? Во-первых. А во-вторых, вот первое, второе чуть подаль, позади него здание. Один из них — это отель JW Marriott, во-первых. А второй — это, между прочим, Honda. South Beach Residence называется. И я специально для вас посмотрела я цены здесь на аренду в этом Honda. Там, естественно, есть там full facilities, то есть и тренажерки, и бассейны, и все на свете. Посмотрела я, там сейчас доступна двухкомнатная квартира с двумя санузлами, стоимость от 14 тысяч сингапурских долларов в месяц. Аренда, я имею в виду. Но в связи с тем, что цены за последние полгода значительно выросли,
проверила я последние транзакции, какие были вообще в этом году, и порядка, наверное, где-то 8 тысяч сингапурских долларов раньше аренда стоила здесь за ту же самую квартиру еще полгода назад. Так что вот вы можете даже представить, что это, сколько у нас получается, 6 тысяч сингапурских долларов разницы. Представляете, за полгода насколько сильно вырос. А квартира вся та же осталась, между прочим. Итак, мы сейчас поближе туда подойдем, потому что есть там что показать. Это метро Эспланейд, рядышком здесь совсем. И мы с вами сейчас туда подойдем и посмотрим, что там интересного. Вот здесь вот раз, два, там и три, это все вот три этажа под открытыми галереями всяких разных кафе, ресторанов. Пока еще пусто, время 4, еще люди не закончили работать, поэтому наплыва еще такого здесь нет. Вот с этой стороны справа Little Island Brewery. В общем, это пивоварня такая локальная, основное ее пространство находится в Changi Village. Это на востоке Сингапура. Вот здесь тоже у них есть барчик. Крайне достойная такая вот пивоварня. В общем, интересное у них там есть пиво. Вот. Ну и, как вы можете видеть, еще пока никого нет. Пока еще люди не закончили работать. А так вообще, в принципе, как вы можете, наверное, вообразить, в часов 5-6 люди заканчивают работать. И, в общем, идут пропустить по бокальчику. Это, в общем, довольно такое традиционное времяпрепровождение, вечером с коллегами пойти после работы выпить пиво, как и в других странах. Я думаю, ничего в этом такого удивительного нет. В Сингапуре тоже. Дамы и господа, мы с вами пришли в любопытное место. Вот здесь вот в окружении небоскребов Сантек-Сити. Это все мероприятие называется. Есть вот такой фонтан, который называется Fountain of Wealth, фонтан богатства. Что в нем интересного? Дело в том, что в 98-м году он был внесен в книгу рекордов Гиннесса как самый большой фонтан в мире, естественно, потому что мы с вами в Сингапуре, здесь все в такой превосходной форме. Вы можете видеть, там внизу тусуются люди. Что они там делают? Дело в том, что если вы туда спуститесь и сделаете три круга по часовой стрелке, загадывая при этом желание, то оно обязательно сбудется. А мы с вами через пару минут туда спустимся, обязательно что-нибудь загадаем. А вообще в течение дня есть три временных слота с 10 до 12, с 2 до 4 и с 6 до 8, по-моему, если мне не изменяет память, когда вот вода сверху вот этого яруса круглого не падает вниз. Соответственно, это позволяет вот туда вниз спуститься и не намокнуть. А в остальное время фонтан тут так вот очень бурно плещется, причем вода, она как бы попадает внутрь, что по фэншую означает приток благоприятной энергии, богатства, в общем, всего остального. Вот, поэтому задумка здесь на самом деле глубокая под этим всем, не просто фонтан круглый в самом центре вот этой вот площади. А, в общем, пойдемте вниз, спустимся и загадаем какое-нибудь желание. We'll be right back.
дамы и господа, куда я вас привела? Это место называется Millennium Walk. Это, в общем, бизнес-центр и торговый центр. Бизнес-центр Millennium Tower и Millennium Walk – это торговый центр, естественно. Так вот здесь, на вот этом пятачке, на внутреннем дворике вот этого Millennium Walk, припаркованы вот такие потрясающие совершенно автомобили. Посмотрите, вот это Феррари. У меня, кстати, такая красная Феррари была, моделька такая, знаете, а здесь совершенно полноразмерная машина вот такая вот стоит. Вот. Это Феррари у нас. Так, ну, вот этими вот у нас уже не удивить экземплярами. Какая-то Хонда тут. Ничего особенного. Вот. Там далее в конце стоит, высовывается уже такая зелененькая машинка. А, вообще говорят, что владелец вот этого вот Олли ресторана и бара является обладателем Ламборгини, возможно, именно вот этой. И он состоит в каком-то клубе любителей Ламборгини, соответственно, вот здесь вот организовал какую-то сходку. Смотрите, это что вообще? Это разве вообще автомобиль? На нем вообще можно ездить? Смотрите, у него вот эти вот спойлеры, или как они сзади называются, какие-то невероятные. Вот такая вот Ламборгини. А по второй версии, я вообще пыталась как-то найти оправдание тому, что здесь такая парковка. По второй версии говорят, что Millennium Tower, вот это вот, ну вообще вот этот весь комплекс, предоставляет им бесплатную парковку. Удивительный факт, что у людей нашлись деньги на то, чтобы купить себе совершенно роскошные какие-то невероятные тачки, но не нашлось денег на парковку, поэтому они паркуются здесь, потому что она для них бесплатна. Говорят, что для автомобилей от 300 тысяч сингапурских долларов здесь бесплатная парковка. А сзади меня две Теслы стоят, одна красная, другая черная. Сейчас я вам поподробнее, поближе покажу. Вообще, мне кажется, Тесла явление удивительное в том смысле, что в России их найти довольно сложно, ввиду того, что это все-таки электроавтомобили, ну и, соответственно, в Сингапуре погода позволяет на таких машинах ездить. Еще одна красная Феррари стоит, потрясающая совершенно, посмотрите на это. Вообще, в Сингапуре, мне кажется, нет необходимости мыть автомобили, потому что здесь нет никогда плохой погоды, в том смысле, что здесь нет грязи и слякоти. Вот, поэтому они выглядят вот такими вот блестящими, как будто только из салона. Вообще, в принципе, любые машины, я имею в виду, не только вот такие вот роскошные тачки. На самом деле, говорят, что здесь ближе к вечеру они вот собираются в большом количестве и на выходных. Сейчас вот будний день, около 6 часов вечера, вот, соответственно, здесь не так много. Хотела я вас поразить, но сейчас на экране появятся картинки. И вот это вот тогда, когда я случайно их вот тут увидела, засняла тогда видео. Так что вот можете в огромном количестве посмотреть, сколько тут всяких разных. Вот, пойдемте дальше. У нас еще все, очень много всего по плану. Идем мы с вами по тропиночке такой, и сейчас выйдем на ту площадку, с которой мы с вами начинали это прекрасное путешествие. Вот, поглядите, вот здесь мы с вами были в первый раз, и вот, пожалуйста, два этих купола. Дамы и господа, мы с вами поднялись на смотровую площадку. Вот видите, здесь прям видно хорошо эти два купола таких, два дуриана. А здесь высажен такой небольшой сад, как вы можете видеть, в лучших традициях Сингапура. Сад на крыше. И смотрите, здесь есть скамеечки, можно присесть. В общем, все очаровательно это все так выглядит. И здесь нет ни одной живой души, как вы можете видеть. Поэтому могу сделать вывод, что об этой смотровой площадке знает мало кто.
Вот, ну теперь вы знаете. Ну и это, смотрите, вид какой. На все то же самое, что мы любим, только с наиболее интересной точки. И вот здесь, смотрите, внутренний двор. Вот. Здесь такой концертная площадка такая. Здесь периодически проходят какие-то вот мероприятия, концерты. Там сейчас тоже что-то готовится. Marina Bay Sands, лодочка, посмотрите, там такая живописно плывет. Ну и, по-моему, это прекрасная точка обзора. Видно Мерлайн хорошо. И, в общем, посмотрите, и Спонэй тоже видно хорошо. Вот он, прямо как на ладошке этот купол. Итак, друзья, мне принесли Singapore Sling. Вот так потрясающе он выглядит. Будем пробовать сейчас. Cheers. Это очень хороший коктейль. И стоит он, кстати, всего 15 сингапурских долларов. Заведение это называется Dallas. И сидим мы с таким потрясающим видом. Мы вообще возле Marina Bay. Мы в Marina Bay, да, Marina Bay это вообще район так называется, Bay это бухта, залив, а Marina Bay Sands это отель. Здесь вот бутик Louis Vuitton передо мной, музычка какая-то такая, знаете, положительная играет сейчас, до 6 часов вечера у них здесь happy hour, поэтому мы сидим здесь с прекрасным закатным солнцем, любуемся на даунтаун. В общем, что еще можно пожелать, сидеть в Сингапуре, пить Singapore Sling, коктейль, который здесь придумали. Пожалуй, на этом мы закончим это видео. Спасибо вам большое, что были со мной сегодня на этой прогулке. Спасибо, что смотрите мои видео, продолжайте в том же духе. И еще напоминаю, что у меня есть еще вообще-то англоязычный канал. Не стоит бояться того, что он англоязычный, потому что там каждому видео есть русские субтитры. Поэтому все доступно, все понятно. Очень интересное там тоже видео у меня выходит, поэтому вот подписывайтесь на него, на этот канал тоже. В общем, спасибо вам большое, что смотрите. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.